Летний весенний берет с филейными узорами на мамочкином канале. Я буду показывать, как связать вот такой берет. Он связан филейной сеткой, но добавлен еще филейный узор сердечки. Этот беретик я вязала для своей дочки 6 лет на размер головы 50-51. Но в принципе в мастер-классе рассказываю, как обычно, как связать это на любой размер. Недавно я показывала, как вязать вот такой похожий беретик. Здесь мы вязали тоже по спирали, но сменой крючка добивали сужения беретика. И здесь у меня не было никакого узора филейного. Этот беретик был очень эластичный, потому что вязала я его чуть большим крючком, чем хотелось бы для этой пряжи. И вот он такой, шапочка-беретик такой получился. Ссылочку на мастер-класс по нему я оставлю в описании под данным видео на YouTube. Но я решила связать еще вот такой второй беретик. И вот сейчас я показываю, как вязать вот такой классический берет, где мы делаем и прибавки, и потом здесь делаем убавки. Вязала я все здесь крючком номер 2, одним, без смены крючка. Только в резиночке меняла крючок. И еще расскажу, как вязать вот такие филейные узоры на вот этой филейной сетке, которая у нас идет шахматкой. Столбики располагаются шахматкой. Здесь такой беретик немножко угловатый, потому что мы изначально вязали вот такие линии прибавок над прибавками, прибавки над убавками. Но это тоже оригинальность придает этому беретику. Пускай он будет угловой такой. Я вязала из пряжи Vita Brilliant. Это 380 метров в 100 граммах. Шерсть ластер и акрил. Это тоненькая ниточка. Такой беретик получился на весну. В принципе, этот берет можно связать и на лето из любой хлопковой пряжи. Любую пряжу возьмите, как коко, например, или ализемис еще потоньше. Или пихорка жемчужная, можно хлопок с вискозой, то у вас получится тоже вот такие маленькие окошечки, дырочки. А можно взять и хлопок потолще, средней толщины, это мерсеризованный хлопок Камтекс, например, 400 метров в 100 граммах. Есть и потолще хлопок, у пихорки это детский хлопок, можно взять Янард Бегония. Это такой уже будет, побольше будут дырочки в этом беретике, и побыстрее он свяжется. Итак, приступаем. Сейчас хочу сакцентировать внимание на том, сколько нужно места для того, чтобы разместить одно такое сердечко. Понятно, что у каждого из вас разная пряжа, и получается разной толщины пряжи. И получается, мы идем увеличиваем клинышек, и если пряжа у вас толстая, то возможно у вас не войдет в один клинышек это сердечко. Ну, надеюсь, что совсем толстую пряжу вы не взяли, поэтому в принципе должно это сердечко поместиться. У меня с двух сторон здесь большое расстояние от сердечка до краев клинышка. Но на всякий случай обращаю ваше внимание, что в самом широком месте сердечко у нас занимает 6 клеточек. Нужно еще хотя бы по 2 клеточки с двух сторон прибавить, чтобы в самом широком месте это второй ряд сердечка. Первый ряд у нас чуть-чуть, видите, поменьше, а второй самый широкий. В самом широком месте должно быть, получается, 10 клеточек. Всего, чтобы на 6 центральных мы разместили сердечко, и с двух сторон еще 2 клеточки было. Поэтому посмотрите, хватит ли у вас места, есть ли у вас эти 10 клеточек от прибавок до прибавок, чтобы разместить там сердечко. В длину сердечко будет занимать 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последний вот этот квадратик, 7. Но во всяком случае, от края, от резиночки хотя бы 8 рядов должно быть. То есть начинать вязать сердечко с того момента, чтобы точно 8 рядов впереди у вас еще было. Я начала вязать сердечко, когда начала уже делать убавочки,
Но если вы понимаете, что на загибе у вас не разместится 8 рядов, то начинайте вязать сердечко еще в тот момент, когда вы делаете круг. Расширяете его. Можно в конце круга с прибавками начать делать сердечко, и тогда оно у вас поместится вниз. Тут уже смотрите по толщине своей пряжи. Делаем скользящую петельку. Длинная нитка у нас сверху. Вставляем крючочек, вытаскиваем ниточку и делаем первую петельку. Ее затягиваем, она у нас не будет считаться, и провязывать в нее мы больше не будем. Мы будем вязать кольцо. Будем вязать по спирали эту беретку. В кольцо провязываем сначала столбик без накида, потом воздушное. Между всеми элементами в этой шапочке у нас будут воздушные, между всеми столбиками. После воздушной вяжем полустолбик с накидом. Мы начинаем на возрастание столбики вязать. Все три петельки сразу провязываются. Дальше воздушная и уже вяжем столбики с накидом в кольцо. Это уже по счету третий столбик у нас. Воздушная. В кольцо вяжем четвертый столбик. Воздушная. Вяжем пятый столбик. Воздушная. Вяжем шестой столбик. Воздушная. Вяжем седьмой, последний столбик в кольцо. Воздушная всегда. Затягиваем теперь колечко. У нас есть 7 столбиков, между ними воздушные. Поскольку мы вяжем по спирали, мы сразу переходим на следующий круг, без всяких прикреплений. Между первым столбиком без накида и полустолбиком с накидом есть воздушная. Вот туда мы сейчас будем вязать галочку. 2 столбика с накидом, разделенные одной воздушной. Это так мы будем под каждую воздушную делать. Но под первую воздушную, поскольку мы плавно хотим спирали то начать, мы будем вязать один полустолбик с накидом. То есть, когда провязываются все три петельки сразу. Потом воздушная и туда же столбик с накидом уже. Вот такая галочка получилась, просто у нее одна сторона короче. Воздушная. Дальше под следующую воздушную, между получается полустолбиком с накидом предыдущего ряда и столбиком с накидом, тоже есть дырочка. Туда вяжем уже столбик с накидом, полноценную галочку. Воздушная и туда же опять столбик с накидом. Воздушная всегда между всеми столбиками. Вот такая полноценная галочка. Это получается у нас уже первая, вторая галочка. Таких галочек будет 7, потому что 7 воздушных было в предыдущем ряду. В следующее окошечко. Под следующую воздушную опять столбик с накидом, воздушная, туда же столбик с накидом. Третья галочка готова, воздушная. Под следующую воздушную вяжем четвертую галочку. Воздушная, под следующую воздушную пятую галочку, столбик, воздушная, столбик, воздушная, под следующую воздушную шестую галочку вяжем,
столбик, воздушная, столбик, воздушная, и под седьмую воздушную, это воздушная была связана до того, как мы перешли на следующий спиральный ряд, вяжем последнюю седьмую галочку, столбик, воздушная, столбик и опять воздушная. Пошли на новый спиральный ряд. Вот эта галочка первая в предыдущем ряду, где у нас первый столбик короче, полустолбик с накидом, а потом столбик с накидом, это у нас будет галочка, над которой мы будем всегда начинать ряд. То есть мы, в принципе, ее можем пометить, ну, под ней я помечу, чтобы не мешалось там, что вот это у нас начало следующего круга. Хоть мы будем вязать по спирали, но, в принципе, хоть немножко ориентироваться, где у нас начинался круговой ряд, нужно. Сейчас ряд у нас пойдет такой. Галочка, столбик, галочка, столбик, чередование. То есть внутрь галочки предыдущего ряда мы будем вязать галочку. Прямо под воздушную, между полустолбиком с накидом и столбиком с накидом. Вяжем галочку. Столбик, воздушная, туда же столбик. Получилась галочка над галочкой. Дальше опять воздушная. Между соседними галочками предыдущего ряда есть тоже воздушная. Это следующая воздушная, то есть следующее окошко. Оно как раз можно проследить, что оно между галочками. Туда будем вязать столбик с накидом, одинокий. Воздушная. Между всеми столбиками воздушные, не забываем, именно эти воздушные формируют у нас сетку в этом берете. Дальше опять встречаем галочку. Внутрь галочки вяжем опять галочку. Столбик, воздушная, столбик. Галочка над галочкой. Воздушная, следующее окошечко, которое как раз между галочками предыдущего ряда, столбик одинокий. Воздушная, дальше галочка, то есть два столбика были у нас провязаны под одну воздушную, создали галочку, и теперь мы опять вяжем два столбика, провязанные под одну воздушную, между ними воздушная петелька тоже, как обычно, чтобы создать сетку. Воздушная. Вот эта первая галочка, с которой мы начали, закончить мы должны ряд всегда столбиком, раз мы начинали галочкой. Поэтому как раз вот перед ними в следующую воздушную, до первой галочки, у нас как раз здесь есть местечко, куда связать последний столбик. Воздушная. Начинаем новый спиральный ряд. Опять над галочкой всегда будем вязать галочку. Вообще на протяжении всего берета внутрь галочки будем вязать галочку. Вот начинаем новый спиральный ряд. Столбик, воздушная и туда же столбик. Галочка над галочкой получается. Дальше воздушная. Дальше вяжем одинокие столбики до следующей галочки. Сколько бы дырочек мы ни встретили, все вяжем одинокие столбики. Не забываем воздушные между ними. Это, в принципе, уже у нас формируется основная схема или система, которой мы вяжем. Галочку над галочкой, все, что между галочками, все окошечки, заполняем просто столбиками с накидом, одинокими.
между ними воздушные. Встретили опять галочку. Внутрь галочки галочка. Этот ряд у нас получился уже два одиноких столбика между двумя соседними галочками. И в принципе в каждом последующем ряду будет у нас на один прибавляться количество одиноких столбиков между соседними галочками. Потому что окошечек между соседними галочками, окошечек будет прибавляться на один. Но на этом можно даже не зацикливаться. Система простая. Галочку вяжем внутрь галочки, когда ее встретим, во все другие окошки между соседними галочками вяжем одинокие столбики с накидом. Галочку над галочкой провязала воздушная. И вот на самом деле начальная это наша галочка. Можно так периодически переносить маркер. И на самом деле пошел уже новый круг. Галочку над галочкой я связала. И вот, как мы видим, маркер поставила, может, мешает чуть-чуть. Между соседними галочками, теперь в предыдущем ряду, у нас есть два столбика, но три уже дырочки. Вот раз окошечко, два окошечко, три окошечко и потом только галочка. То есть здесь мы будем вязать уже три одиноких столбика между соседними галочками. Воздушная, опять дальше столбик, следующее окошко, воздушная, дальше столбик, следующее окошко. Воздушная. И опять встречаем галочку. И вяжем над ней опять галочку. И вот так вяжем, вообще не зацикливаясь даже на количестве столбиков. Просто в каждое окошечко, вот этот ряд довяжем, у нас получится по 3 там столбика между галочками. И когда пойдем на следующий круг, у нас само собой уже образовалось 4 окошка. Значит, мы будем провязывать 4 одиноких столбика, а галочки над галочками. И вот так по спирали будем идти, 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 пока не добьемся нужного размера нашего круга. Только изредка проверяем, чтобы у нас было 7 галочек в круге. На каком бы этапе мы ни остановились, у нас будет 7 галочек. Раз, два, три, четыре, вот пять, шесть, семь. Это нужно контролировать, иначе собьется рисунок. И у нас будет линии с галочками, они как лучики исходить из центра. Галочка над галочкой, вот они. Вот линии с галочками. А остальное все будет заполнено столбиками одинокими, будет такая сеточка. И так вяжем круг до нужного нам размера. Итак, остановилась я при вязании круга. Какого же размера мы должны связать круг? В принципе, для классического берета мы берем половину обхвата головы. То есть, если я вяжу, например, на 50-51 сантиметр, пускай 50 с половиной, то я должна связать круг диаметр примерно 25 сантиметров. Это если я хочу связать классический берет блином. Я сейчас, наверное, все-таки свяжу чуть поменьше береточку, но на самом деле у меня они намножко меньше связан этот блин. Если к уголочку одному приставить, к противоположной стороне, у меня получается 24 сантиметра. То есть, в принципе, я могла бы 25-25,5 связать
этот круг. Но я решила остановиться. Я взвесила, у меня 27 грамм весит вот эта вот связанная часть, и 23 грамма осталось. На резиночку здесь еще должно хватить. Я все-таки решила остановиться. И продолжаем вязать берет. Остановилась я, как видите, на отмеченной линии галочек, где мы начинали круг. Вот мои 7 лучиков исходящих. Нигде сбоя нет, везде такая красивая шахматка из дырочек. И теперь провяжем 2 ряда без прибавок. 2 ряда вяжутся и для взрослых размеров, и для детских. В принципе, тут не важно, мы просто небольшую объемность шапочки берету придаем. Теперь вяжем 2 ряда без прибавок, и получается мы, вот я тут довязываю ряд, воздушную провязала, столбик в окошечко, и вязала я всегда галочку над галочкой. А сейчас, когда без прибавок всяких, то внутрь галочки мы вяжем только один столбик, одинокий. Опять воздушная и уже в следующую дырочку. Воздушная и в следующую. То есть у нас получается над галочкой уже будет одинокий столбик. Так проходимся по каждым уголочкам, по одинокому столбику в каждой галочке. И потом, когда круг закончим, еще один ряд пойдем. Он уже будет основываться вот на этом ряду просто с окошечками. Тут никаких галочек уже нет. И просто в каждое окошечко мы провяжем по одному столбику и еще сделаем один круг. Я сейчас переведу маркер на последнюю галочку. Последний ряд получается, когда мы делали галочки. И после этого мы провяжем еще 2 ряда. Я провязала всего один ряд пока без прибавок и решила на втором ряду уже начать вводить филейный узор сердечка. Потому что когда мы загнем беретик, мы здесь немного рядов можем провязать, и вдруг сердечко у нас не влезет. А когда мы беретик одеваем, то это место, которое вяжется по прямой, в принципе, у нас уже видно спереди. Поэтому я решила с этого места уже начать вязать сердечко. Не хочу рисковать, что оно у меня не влезет. Сердечко я нарисовала. Оно занимает 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я его расположила, как вы видите, вот на этой вот сетке, которая у нас как раз здесь и вырисовывается. В шахматном порядке у нас столбики идут, поэтому на нем смогла я только вот таким образом примитивно нарисовать сердечко. Сейчас мне нужно примерно будет вычислить вот этот квадратик, который у меня будет серединой. И получается два квадратика от него надо будет провязать заштрихованные, и два квадратика в эту сторону тоже. Вот таким образом мы будем рассматривать рисунок, потому что мы вяжем с этой стороны. Итак, начинаем прикидывать. Можно взять для начала маркер. Мы должны, поскольку у нас центральный квадратик мы ищем, но мы сейчас видим только вот этот предыдущий ряд, то есть мы должны центральный столбик отыскать, чтобы над ним у нас получился центральный прозрачный квадратик. Поэтому в этом ряду мы вяжем центральный, ищем центральный столбик. Вот столбик над этой галочкой. Вот столбик над этой галочкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Если у вас ровно, можете вычислить средний столбик, если у вас нечетное количество, то вычисляйте его. Сейчас я возьму немножко в край, влево. Столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот я этот 11 столбик возьму как за центральный. Вот эти две петли под ним я выделю, а вот это будет у меня
центральный столбик. То есть окошко, которое сейчас будет у нас между вот столбиком, который здесь будет, до него провязан и после него, оно должно быть пустое. А два сюда окошка должны быть заштрихованы. Таким образом и будем вязать. Здесь мы просто по спирали так и продолжаем вязать. Воздушный столбик, воздушный столбик, пока не дойдем до того места, где нам уже надо заштриховывать. Так, но если у нас здесь столбик и здесь столбик с двух сторон этой палочки, вот эту палочку мы пометили якобы, вот с двух сторон этой палочки будут у нас столбики, которые создают окошко, после них есть заштрихованные квадратики. Как заштрихованные квадратики эти создаются? Этот столбик надо провязать, столбик с накидом. Внутри тоже столбик, внутри этого квадратика. Ой, это на самом деле будет столбик вот над этим столбиком. Тоже провязать. Границу его провязать. Внутри этого столбика столбик над столбиком будет провязать. И вот этот столбик провязать. И здесь тоже этот столбик, внутри него центральный над столбиком, столбик следующий между, столбик над столбиком, столбик следующий между. Раз, два, три, четыре, пять столбиков будет провязано у нас в каждую сторону. Если по этому ряду смотреть, вот это у нас центральный столбик, который мы пометили. Раз, два, после третьего от него мы должны уже дальше вязать заштрихованные квадратики. Итак, вот наш центральный. Раз, два, три. После третьего. То есть здесь опять до третьего я еще просто так провязываю. Воздушный столбик, воздушный столбик, воздушная. После третьего от него вот он. Раз, два, три. Тут я еще провязываю просто. И дальше уже начинаю вязать столбик над столбиком под воздушную. Столбик над столбиком. Это уже четвертый получается столбик под воздушную. И как раз последний столбик у меня провязан до моего центрального. Теперь вяжем воздушную над центральным и после него в окошечко опять вяжем столбик. Все, окошко провязано над центральным столбиком. Дальше опять заполняем так же, как здесь. Столбик над столбиком, это уже второй подряд столбик. Под воздушную, это уже третий подряд столбик. Над столбиком, это четвертый. И под воздушную это пятый. Должны мы закончить под воздушную, потому что у нас должен узор пойти дальше, как обычный наш. Воздушная и опять в окошечко. Воздушная и опять в окошечко. И вот таким образом начался у нас вывязываться узор сердечка небольшого. Сейчас я провязываю весь этот круг, перенося маркер, высчитывая опять серединку и опять располагая вот эти вот столбики. Свяжем еще третий ряд без убавок, потому что нам удобнее будет делать убавку над прибавкой. Так что провяжу еще один ряд без убавок, а филейные узоры уже буду продолжать делать. Поэтому сейчас дойду вот сюда и покажу, как делаем дальше ряд. Здесь тогда, как обычно, столбик воздушная, столбик воздушная. В принципе, можно и в этом ряду начать убавлять, но просто будет чуть-чуть вбок. Не хочется мне. Мне хочется, чтобы как-то было все ровненько и красиво. Итак, вот дохожу я до своих филейных узоров. 5 столбиков, окошко, 5 столбиков. Потом и тут уже окошко, окошко, окошко. И я должна над воздушной, до провязанных,
начать вязать, все заполнять столбиками. То есть у меня будет вот здесь вязаться столбик воздушный, столбик, а потом идет столбик, столбик. То есть над каждым столбиком у меня будут столбики. Мы уже будем ориентироваться вот на это. Так, вот эти 5 у меня столбиков, и перед ними окошко. Вот в это окошко я когда сделаю столбик, после него буду вязать все столбиками. То есть мне осталось воздушную провязать. Теперь в это окошечко столбик я сделаю. И дальше уже заполняю все столбиками вплоть до окончания филейного узора и даже под воздушную, как и здесь. Начинаем под воздушную, потом все над столбиками и тут под воздушную. Вяжем. Тут у нас получается следующий столбик над столбиком, следующий столбик над столбиком, то есть провязываем каждый из 5 столбиков предыдущего ряда. Всего будет подряд уже 6 столбиков, потому что мы начали со столбика под воздушную. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше в окошечко под воздушную, окошко предыдущего ряда единственное, тоже мы вяжем столбик, заполняем это место и дальше опять 5 столбиков над столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. Все, столбики сплошные предыдущего ряда закончились, но мы должны под воздушную еще сделать столбик. Узор у нас дальше пойдет так. Все под воздушную. Поэтому здесь под воздушную делаем. Мы начинали под воздушной, заканчиваем под воздушной. И дальше уже идем узором нашим окошечками. Воздушная, дальше в следующее окошко столбик. Воздушная, в следующее окошко столбик. И тут у нас получается уже сплошными 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Все уголочки проходим пока без убавок, а вот здесь опять, начиная в окошечке до столбиков вязать столбик, дальше все столбиками заполняем и тоже заканчиваем, в окошечко провяжем. И дальше опять воздушное в окошко столбик, воздушное в окошко столбик и до следующего сердечка. Провязываем так еще один круг. Вот так уже сердечко начинает вырисовываться. Закончила вязать я второй ряд с филейными узорами, и получается это был третий ряд без убавок и без прибавок. И вот теперь в четвертом ряду я буду делать убавки. Здесь как раз уже ситуация такая, что вот над галочкой столбик, и потом вот через ряд опять столбик. То есть мы знаем, что вот этот столбик находится как бы внутри галочки. И сейчас мы будем делать убавку воздушная. То есть мы до этого вычисленного столбика не до конца довяжем столбик с накидом. И сразу после него тоже не до конца, то есть только 2 петельки провязываем. Когда остаются 3 петли на крючке, провязываем все вместе. И потом только воздушную. То есть, в принципе, вместо 2 столбиков мы связали 1 с одной вершиной. И дальше вот воздушная столбик, так и продолжаем вязать. Только убавку связали над линией прибавки. Теперь дойдем до нашего филейного узора и посмотрим, что там будет. Воздушная столбик, все проходим. И сейчас
Сердечко у нас пойдет на сужение. До сплошных столбиков делаем столбик наш с окошечком. А дальше получается до сплошных рядов мы сейчас провязали столбик. Дальше воздушные. Один столбик пропускаем, над ним вяжем воздушную, а во второй вяжем столбик, и дальше все сплошными. И когда дойдем до конца, то тоже над предпоследним столбиком вяжем, над последним провязанным предыдущим ряду не вяжем. Итак, вот этот мы провязали, вот он как раз в окошечко. До сплошных, дальше воздушные, пропускаем столбик и вяжем. Воздушные, пропускаем первый столбик, а над вторым вяжем. И дальше все заполняем столбиками, пока не дойдем до второй стороны этого сердечка. И теперь так будет каждый ряд провязываться. Количество столбиков, провязанных сплошными рядами, будет уменьшаться. И причем одинаково в каждом ряду. Теперь провязываем над предпоследним столбиком. Остается последний непровязанный. И дальше уже воздушная над этим столбиком. И в окошечко столбик. Воздушная и дальше в окошечко столбик. Воздушная и так дальше. И вот получается у нас здесь столбик предыдущего ряда не провязывался. Окошечко над ним было. И с этой стороны тоже последний столбик не провязывался. Окошечко над ним было. Уже вот так сердечко просматривается. И дальше вяжем до следующей линии с прибавками и делаем там убавку. Так, вот наша галочка, над ней столбик, потом через ряд вот он столбик. И до него мы должны, то есть я здесь еще вяжу столбик. Воздушная, вот этот столбик, до него в окошко вяжу незаконченный столбик с накидом и после него незаконченный и провязываю все три петли вместе, потом только воздушная и в следующие окошечки вяжем обычный филейный узор. Итак, в этом ряду мы уже сокращаем наше сердечко и вяжем убавочки в уголочках. Не забывайте каждый уголочек пройти с убавочкой. Ориентируемся на линию прибавок и над ней вяжем убавку над каждой. И каждое сердечко довязываем третьим рядом. Чтобы получилось вот так. Сейчас я покажу уже следующий провязанный ряд. Он вяжется аналогично. Вот уже связано 4 ряда сердечко. И так вяжем из ряда в ряд, пока не останется один заштрихованный квадратик. То есть будет тут столбик, столбик, столбик. Всего 3 столбика. Остальное все филейка. И, конечно, убавку над убавкой так и вяжем дальше. И шапочка наша, беретик, будет загибаться. Довязала я в итоге ряды все с сердечками. Вот такая красота получилась. Потом, после того, как мы связали последний вот квадратик с 3 столбиками, в следующем ряду у нас просто обычная филейная сетка, и как раз мы попадаем столбиком в серединку квадратика в предыдущем ряду. Каждый раз мы делали убавочки в берете. Вот так уже укладывается берет. Осталось нам немного здесь надвязать рядов,
и вязать резиночку. Получается такой семиугольный беретик. Довязываем теперь ряды просто филейной сеткой с убавочками до того момента, пока нам не покажется, что чуть-чуть больше, чем голова. И тогда останется связать только резиночку, которая стянет по голове, и все. Поскольку я поняла, что пряжи у меня не хватит на довязывание этого берета и резиночки, поэтому я решила ввести другую пряжу потемнее. Если у вас такая ситуация есть, что у вас получается, что резинку придется вязать другого цвета, то чтобы какая-то гармония была между резинкой и основой, я предлагаю вам, особенно для детского берета, оставить немножечко пряжи основной для того, чтобы связать бантик. Получается, я вижу, что у меня остается небольшой кусочек пряжи основного цвета, и я нахожу ее кончик и оттуда начинаю вязать бантик. И когда бантик будет связан, я уже могу оборвать ниточку и на этом месте ввести нить другого цвета. Вот этот бантик я связала по мастер-классу, который тоже находится у меня на канале. Ссылочку на него я оставлю под видео на YouTube, но можно найти в поиске как бантик крючком на мамочкином канале. Вот смотрите, как мы вводим нить другого цвета. Я делаю обычный столбик с накидом, но в последнем провязывании я ввожу уже новый цвет. То есть делаю петельку и продеваю уже эту петельку, провязывая две последних петли на крючке в столбике с накидом. И потом просто продолжаю вязать филейный этот наш узор. Уже сердечки у меня закончились. И вяжем так дальше. Поскольку мы вяжем по спирали, то у нас стык смены цвета будет виден. В принципе, можно ввязать только резиночку темным цветом. И тогда мы сначала выровняем ряд спиральный, а потом начнем вязать резиночку. И перехода не будет видно. Но у меня не хватает пряжи светлой, чтобы довязать основу берета до конца. Поэтому я вот так меняю цвет. И стык этот виден. Но в принципе, когда будет провязано так несколько рядов, это тем более стык будет на задней стороне берета, около шеи, поэтому это будет совсем незаметно. На самой основе берета менять цвет так я бы не советовала. Это все-таки будет видно, переходы этого цвета. Теперь я провяжу столько рядов, сколько мне нужно еще вот этим темным цветом, филейкой. Примерю по голове, что чуть-чуть великовата шапочка, и перейду на вязание резинки рельефными столбиками. Провязала два рядочка я еще темной пряжей своей. Хочу уже начать вязать резиночку. Не хочу просто очень толстую вот эту полоску делать темно-серую. Я вяжу на 50-51. Сейчас пока у меня многовато. До 56 растягивается даже. Но сейчас я буду резиночку вязать, поэтому это еще соберется. Сейчас, во-первых, при провязывании первого ряда резинки у нас уберутся все воздушные петельки, поэтому это уже стянет беретку значительно. Поэтому вы тоже на побольше оставьте дырочку, больше, чем размер головы, потому что сейчас мы будем это все стягивать. Сейчас сначала мы сведем на нет нашу спираль, потому что резинку не буду я по спирали вязать. Вот тут у меня где перемена цвета, я здесь и закончу. Столбик с накидом связала, воздушная. Потом на уменьшение высоту столбиков иду полустолбик с накидом. Все три петельки вместе провязываются. Воздушная. Следующее окошко столбик без накида. И можно прикрепиться к следующему столбику с накидом соединительной петелькой. Так. Теперь буду вязать резинку рельефную. Поменяю крючок на больший. Вязала я двоечкой, это у меня 2,5. Потому что мы сейчас и так будем стягивать, пропуская воздушные. То есть у нас по одной петле через петлю у нас уберется. Поэтому сейчас я буду вязать чуть большим крючком.
Вытягиваем петельку, не буду подъемные воздушные делать. Вытягиваем петельку, накид и рельефную резинку из выпуклых и вогнутых столбиков с накидом будем вязать. Огибаем ствол столбика, к которому прикреплялись, с лицевой стороны. Огибаем, захватываем ниточку, вытягиваем и провязываем, как просто столбик с накидом. Две петли, две петли. В конце ряда прикрепимся вот к этой вытянутой петельке. Дальше накид. Следующий огибаем столбик, но уже с изнаночной стороны заводим крючок. Огибаем ствол столбика, вытаскиваем ниточку и опять провязываем 2 петли, 2 петли. Накид, огибаем ствол столбика с лицевой стороны следующего, вытаскиваем 2 петли, 2 петли. Накид, огибаем следующий столбик с изнаночной стороны, вытаскиваем 2 петли, 2 петли. И так вяжем целый круговой ряд этим крючком. Посмотрим, как стянет у нас резиночку. Если стянет очень сильно, двойную убавочку тоже огибаем, как один столбик. Если стягивает у вас очень сильно, то значит вам нужно взять крючок побольше. 2,7, 2,75, например. Вяжем целый круг. Здесь окончание начала ряда я покажу, а дальше будете вязать уже самостоятельно. Вот довязываю я первый ряд резинки, выпуклый столбик над столбиком с накидом, вогнутый столбик с изнаночной стороны над столбиком с накидом. Потом у меня есть полустолбик с накидом и столбик без накида, когда мы на нет стали сводить. И так, значит, и вяжем над полустолбиком выпуклый столбик. Ну, тут все равно, как у вас ложится там. Все. Над столбиком без накида, вогнутый, то есть с изнаночной стороны, тоже огибаем. Тут его тяжелее будет огибать, но огибаем. Провязываем изнаночный вогнутый столбик. И, простите, уже пряжа темная. Вот мой первый выпуклый столбик, и вот эта вот петля, которую мы вытягивали в самом начале к нему. Вот в эту петлю и присоединяемся соединительной петелькой. Опять вытягиваем ниточку, делаем накид и над выпуклым столбиком первым вяжем выпуклый, то есть опять с лицевой стороны его охватываем. Прикрепляться опять будем к этой вытянутой петле, которую мы только что вытягивали. Дальше вогнутый столбик, изнаночный рельефный столбик, утопленный. Его огибаем с изнаночной стороны. И опять провязываем, как столбик с накидом. Накид. Вот выпуклый столбик, он сюда выпирает, его огибаем с лицевой стороны и провязываем. И вот так вот вяжем теперь из ряда в ряд резинку той величины, как нам нужна. Смотрим, чтобы это все-таки по голове хорошо стянулось. Если стягивает много, то все-таки нужно тогда распустить и начать большим крючком это все делать. Если стягивает мало, когда чуть побольше провяжете, посмотрите, как у вас там стягивает по голове, то перейдите на меньший крючок тогда в резинке и свяжите ее поплотнее. И так буду я вязать сантиметра 3,5-4 для ребеночка. Ну все, довязала я резиночку в беретике своем. Осталось мне пришить бантик. Здесь ниточки, которые у меня оставались, я вот здесь замотала за серединку на изнанке. Сделала иногда такие защипики, каждая из этих ниточек за столбики. И опять здесь намотала, чтобы точно ниточка оттуда не уехала. И теперь я, сколько у меня разная пряжа, я темненькой пряжей. Здесь у меня ниточка менялась, значит, это у меня задняя часть беретика. Здесь с краешку, где-то чтобы сбоку, но не очень сбоку было. Вот так вот пришью бантик.
Просто здесь уже темной пряжей по темной. Серединку пришью. И краешки тоже зацеплю. Ну, в общем, пришью. И все, береточка будет готова. Такая она получается. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!